Соревнования прошли интересно, на хороших скоростях. Все было честно, говорит линейный судья Вадим Попов. Все было организовано, как положено. Также главному судье соревнований Сергею Нечаеву, то, что организовал судейство, все было как бы отлично. Честно? Честно. Все было честно, нам очень понравилось работать на этом турнире. Три хоккейных команды принимали участие в традиционном ветеранском турнире, посвященном 71-й годовщине Великой Победы. Сборная Удачнинского ремонтно-специализированного цеха, команда горно-обогатительного комбината и гости из Айхальского ГОКа. Первый день на льду встретились айхальцы и команда Орсетсен. С большим отрывом 1-5 победу одержали гости турнира. Во второй день соревнований на льду сражались команды Удачнинского комбината и Орсетсен. Здесь с самого начала преимущество удерживали хоккеисты сборной ГОКа. Команда ремонтно-специализированного цеха до конца встречи сдерживала натиск противника. Несмотря на удаление и назначенные буллиты, спортсменам Орсетсен так и не удалось сравнять счет. Победа досталась сборной команде Удачнинского ГОКа. Нешуточные страсти разгорелись в финальной игре между хоккеистами Удачнинского и Айхальского ГОКов. Играли, как говорят, шайба в шайбу. Побыстрее двигались, как-то мобильнее все, и реализация момента. Отметим, что мастерство айхальских спортсменов неуклонно растет. В этот раз они одержали победу со счетом 5-6 и впервые завоевали кубок ветеранского турнира. Айхал, то есть боролись, видно, что игра была равная, но все-таки на последних минутах, как это бывает в хоккее, все решилось. Повезло, что на своих машинах добрались, автобус не дали сидеть с погодными условиями. Поэтому сам Бог уже велел сегодня с Удачным надо было поиграть. Отдать все силы, поэтому хорошо отыграли, в принципе. Ну, сами счет видели, туда-сюда качели были. Ну, еще выстояли, выиграли. Финансовую поддержку в проведении соревнований оказали Удачнинское отделение КСК под руководством Анатолия Салихова, администрация города и руководство Удачнинского ГОКа. В первую очередь огромное спасибо хотелось сказать КСК, в частности, Анатолию Анатольевичу Салихову за поддержку, за проведение турнира, также администрации города. То есть все, как всегда, ложится на их плечи. Команду Айхальского комбината остается поздравить с заслуженной победой. Ну а любители хоккея надеются, что турнир среди ветеранов станет традиционным.